В Твери ведутся работы по ремонту на небольших дорогах. Например, подсыпка асфальтовой крошкой дорог частного сектора. Во вторник техника появилась на пересечении улиц Крупской и Линейной. Подробности в нашем сюжете. Елена Николаевна живет на улице Крупской всю свою жизнь, с 1956 года. Дорога вдоль частных домов заасфальтирована никогда не была, и местные жители старались своими силами латать образовавшиеся на ней ямы. Мы всегда сами равняли эту дорогу, всегда ее подсыпали, носили с огорода камень, всегда камушки есть. А насколько сил хватало? Все причем это делали. Дороги – одна из бед частного сектора. Привести улицу в поселке Крупской в порядок решили активисты, предприниматели и депутаты городской думы. Как известно, такие проекты активно поддерживает депутат Госдумы от нашего региона Владимир Васильев, который и сам лично не раз принимал участие в волонтерских акциях. Вот и на этот раз общими усилиями были собраны средства на доставку и разравнивание асфальта бетонного гранулята. Наняты рабочие. В плохую погоду сюда затруднен поезд и скорой помощи, и такси отказывается сюда заезжать. В общем, было принято решение отсыпать эту дорогу асфальтовой крошкой, где-то 700 метров. С поселка имени Крупского очень много обращений, и мой в адрес, и в адрес депутата Государственной Думы Васильева Владимира Владимировича. Сегодня мы с вами видим, как потребности жителей, которые нам озвучили свои наказы, да, сегодня выполняют. Сегодня у нас будет где-то 100 кубометров дороги будет сделано. На вид маленькие работы очень необходимы для комфортного проживания и имеют огромное значение. С улицы Крупской дан старт благоустройству дорог в поселке. В ближайшее время также совместными усилиями планируется привести в порядок улицы Кима, Линейной и ряд других.